Привет, друзья! Снова с вами я, Виталий Пискун, и мы с вами продолжаем путешествие по истории нашего города. Сегодня 1951 год, Малая Сталинская дорога в парке Чкалова, сейчас ныне Глобы. Прежде чем мы будем смотреть, я вам немножко расскажу об интереснейших моментах, то, что вы увидите в видео. Помочь моему каналу на развитие вы можете вверху в шапочке, есть значочек «Приватбанка». На него нажмите, и таким образом вы сможете помочь на развитие моего канала. Итак, в видео вы увидите центральный вход в парк Чкалова, ныне Глобы, с проспекта Карла Маркса, ныне Яворницкого. Колоннадный в стиле сталинский ампир. И также вы увидите памятник Сталину. Там еще стоит. Кстати, до нынешних времен там остался даже фундамент. Я проверял лично. Далее вы увидите идущий трамвай через площадь. То есть рельсы были еще, обратите внимание, по площади, прямо перед театром Горького. Далее вы увидите Самсона, раздирающего пасть льву, который когда-то был, стоял на камнях на озере в парке Чкалова, Глобы. Итак, давайте смотреть. У Дніпропетровську в мальовничому парку культури і відпочинку розташувалась дитяча залізниця «Мала Сталінська». 15 років тому її подарували дітям комсомольці і молодь міста. Понад мільйон юних пасажирів скористувались уже своєю залізницею. Черговий по станції учениця Марія Кучерова відправляє поїзд. Головний кондуктор передає жезл кращому машиністові Ваві Кулінічеві. Так і стілиш, піонер Толя Кременко сповіщає, шлях вільний. На дитячій залізниці простей виховується достойна зміна радянських залізничників. Мала Сталінська. Ну что, друзья, на этом все. Если вам понравилось, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Также не забудьте подписаться еще на два моих канала. Это канал Time V. Я беру интервью с интересными, известными людьми нашего города. И канал West Studio. Ну, это, скажем так, философские размышления. На этом все. С вами был Виталий Пискун и канал Vital Way. Жми на колокольчик прямо сейчас. Пока, друзья!